Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC, ребята. Продолжаем наши приключения. Древний ключ называется глава. У нас гости. У нас гости, ребята. Ладно, будем разбираться с ними. Надо спешить. Нельзя позволить им заполучить ключ. Так, раз, два и все, со всеми расправились. И тебе, чувачок, досталось. Давай, подходи. Ах ты, здоровяк, ты что делаешь-то, а? Стоп, не трогать меня, я отпрыгнул. Отлично, все, берем реликты, идем дальше. Вы мне не помеха, хоть и у нас гости, ребята, это будет круто, мы сейчас пройдем все. Вот здесь вижу секретку, прям сразу сходу открываем. Реликты. Все супер, продолжаем наши путешествия. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, чё ты туда? Ой, как больно-то, по голове попал, смотри, чё. Я не успел. Ай, он у меня прям в воздухе. Не, так не пойдет. Чё-то пошло не так. Давай еще раз. Все, собираем реликты, идем, ребята. Идем. Напролом, напролом. Мы с ребятами идем. А в секретке-то что сейчас будет-то? Опять? Опять то же самое. Так, а как? А камни можно сбить эти? Нет, нельзя. Наверное, придется лучше просто уходить от них. Давай, кидай, я буду отходить. Давай, следующий камень. Давай, давай, что ты? Не скупись, братан. Давай, давай. Оп, все, теперь можно и поговорить с вами. Получи. Получи. А я знаю, мне наверх надо по-любому. Еще реликтов соберем. И дальше по пещере мы идем. Я собираю янтарь, потому что очень важно здесь делать вот так, да? Раз и все, и никого нету. Ну, кроме одного. Древний ключ, а что за древний ключ, мы сейчас узнаем. Может быть, это я древний ключ, потому что что-то все про меня, какие-то разговоры были, что я якобы являюсь каким-то ключом. Секретка, заходим. Может быть, уже сундук попадется, потому что сундука давно не было. Кругом лава. И в то же время ледяные какие-то осколки. Тихо-тихо-тихо, не кидай в меня. Не кидай, я сейчас к тебе подойду. Парень, ты что делаешь, а? Все, отдыхай. Наигрался, как говорится, я иду вперед. Еще реликтов, ребята, соберем. NEC подрастет и всем надает. Вы крайне упорны, доктор, признаю это. Виктор. И он привел с собой несколько надежных друзей. На данный момент счет 2-1. Сыграем до 5 очков. 5 очков или 7? Нет. Это последняя схватка, и мы подготовились. Если они с тобой не справятся, тогда справится это. По сути, это отравленный реликт. Он разрушает мистическую энергию, соединяющую твои части. Мы не знаем природы этой энергии, но не обязательно понимать что-то, чтобы его сломать. Что это было, ребята? Ну-ка, давай. На NEC-а не надо нападать, ничего. Скорее! В туннель! Спасибо, NEC! Все, теперь идем. Спокойно, все завалило тут.
На этот раз будем действовать наверняка. Сначала достань ключ. Потом уничтожь Нека. Это посмотрим еще, ребята, уничтожат меня или нет. Время, чтобы пробиться. Очень маленькая вероятность, что они смогут со мной что-то сделать. Секретка, кстати. Вот сундук, который я и говорил, надо быстрее взять. Итак, этому набору не хватает еще одной детали. Мы никак не можем найти целый набор. Буквально по одной детальке не хватает. Ну ничего, мы не расстраиваемся, идем вперед. Так, погоди, погоди, вот этот кидается, можно с ним сразу разобраться, а тот с щитом. Ждем, пока он выпустит свою энергию, так сказать, щиты разрубит. И все, здорово, чувак, ты не успел просто, все, идем дальше. Здесь что за загадка? Лабиринт? Лабиринт, наверное, не знаю, что это такое. Как делать, как быть? Так, мы пройдем здесь. Я его перепрыгну просто и все, иду дальше. Ага, нет, здесь тупик. И дверь закрылась, причем. Причем дверь закрылась. Значит, надо идти обратно и включать рычаг. Так, пошли. Я примерно уже знаю, куда идти. Примерно идем. Все, все прошли, все реально, все просто. Реликты. Они нам необходимы, как воздух. А вот и ключ. Это ключ. Мы опередили Виктора. Нек, можешь туда прыгнуть? Да, я надеюсь. Тогда мы откроем дверь со всей осторожностью. Я наконец-то смогу раскрыть тайны веков. Как это откроем дверь? Доктор, разве вы забыли, что было написано на фреске? Ты даже не представляешь, что воплощает этот ключ. Подумай о научных открытиях. Прекрасно представляю. Он означает конец нашему миру. Мы должны его уничтожить. Хватит спорить. Нек, доставай. Я понял. Лукас, уйди с дороги. Давай, давай, отходи. Нет. Ты чё? Там великая опасность. Какая опасность? Почему открывать? Ты не веришь? Доктор отдает приказы, а я выполняю. Последний раз это кончилось тем, что мы попали в плен, а тебя подстрелили. Скажи, Нек, ты видишь в этом какой-то смысл? Не особо, но... Я же говорил. Какое бы безумие он ни задумал, никто не останавливает доктора. Док, мальчик прав. А, двое против одного, так? Доктор, пора остановиться. И ты, Райдер? Вы просили сказать вам, если вы примете неверное решение. Неделю назад мы не знали о гигантских реликтах, и все было отлично. Откройте дверь. Вы или Виктор, неважно. Мы узнаем, что означает великая трансформация. Это не к добру. Я думаю, надо открывать, ребята. Не тупить, открывать. Смотреть, что там. По-любому что-то интересное. Док, не глуми, давай откроем. Ладно. Уничтожим его. Блин, Виктор все равно откроет, ты чё? Нек, ты должен разобраться с ключом, пока он не попал в руки Виктора. Это слишком опасно. А мне с ключом разбираться не слишком опасно? Опачки. Вот тебе и ответочка. Никто нас... не пропустит сюда. Все, ключ забрали. Пока мы думали, все. Все не получилось, как хотели. А я ведь говорил, надо открывать. Надо открывать. Никуда не уходи. Я доставлю ключ Виктору и займусь тобой. Доктор! Возвращайтесь назад! Я пойду за Катриной! Продолжаем наше приключение. Ну что, здоровяк? Я с тобой.
Поговорить пришел, а ты что тут делаешь-то в этом подземелье? Их тут трое было, да? Ну ничего страшного, Нек. Опа, подожди, подожди. Реликты нам нужны, чтобы вырасти, я чуть подрос. Чуть подрос и через лаву буду прыгать, словно... Словно кто? А сами додумайте, ребята. Сами додумайте и напишите мне в комментариях. Я подрос и через лаву буду прыгать, словно и кто. И посмотрим, как это получится. Ну, кстати, я вообще здоровый становлюсь, это очень радует. Ну-ка ты, развернись. Еще роботов насоздавали кучу. Ну, Нек это все решит. Весь вопрос решаем. Лишь бы был здесь классный Нек. Так, а таких мы еще, по-моему, не видели, да, здоровенных? Или вроде видели. Подожди. А чё вас столько много-то становится здесь, ребят? И эти катают, что-то все пытаются там не наступать на смолу. Самое главное. А вот здесь секретка, быстрее за секреткой. Ломаем, и где сундук? Нет сундука. Но зато есть реликт, ребят. О, я вообще здоровый, быстро вырос. Прям очень сильно вырос. Очень сильно здесь специально запланировано, чтобы я вырос, наверное, кому-то накостылять. Наверное, вот этому роботу я сейчас накостыляю. Так, тихо. Вы не торопитесь, ребята, с выводами со своими. И вообще, в принципе, не надо на меня нарываться. Я, кстати, янтаря набрал так, настолько много, что уже можно бить суперударом. Я иду и выходим на главного босса данной локации. Ну-ка, посмотрим. Дамочка, иди сюда, поговорим. Кажется, обвал преградил тебе путь. Будь добра, отдай мне этот ключ. О, этот ключ? Мне очень жаль, но у меня для тебя сюрприз. Нафиг мне такие сюрпризы. А что происходит? Меня ломают, короче, что-то происходит. Тихо. Отравленные реликты. Да ну. Очень туго. Очень туго. Плохое самочувствие. Да хорош. Не надо меня бить так сильно. Ты большая. И не надо меня так бить. Так, что-то упало. Камни. Быстрее уходим. Мне надо туда, наверное, проломиться. Быстрее. Что-то туда. Быстрее от нее уйти. Нет. Не дают уйти. Сможем победить? Я думаю, сможем. Они расчистили для меня дорогу. Еще увидимся, если выживешь. А, ты просто свалила, да? О, так я долго не протяну. Нужно найти еще реликтов, пока я не растаю. Да, меня просто убивают. Потихонечку съедают. Надо больше реликтов, ребята. Быстрее идти, собирать все, что здесь есть. Так, ну и конечно же... Ломать роботов пока... Пока это возможно, пока... Ну ничего, вроде нормально. Вроде нормально. Главное, быстро собирать. Отравленный реликт. Нек ранен. Я вижу секретку. Не, ну... Ах ты, больно же, ты чё? Слушай, и бьют, мне кажется, быстрее меня. Дайте еще реликтов. Тихо, не торопись, ребята, не торопиться ему надо с выводами. Пускай подходит, и мы разберемся с ним. Давай. Вот реликты. Это хорошо, что я могу восполнить свои жизни. Но наступив на лаву, я лишился почти половину жизни. Как так, а? Давай быстрей. Ну-ка, янтаря, может быть, насобираем. Есть! Янтаря насобирали, может, супер ударом. Все, просто супер. Все отлично. Все офигенно. Сейчас реликтов возьмем. Давай, восстановимся. Мало восстановился. И бегает как-то медленно, мне кажется. Еле-еле. Конечно, если Нек отравлен, у него что-то падает, капает там. Все эти реликты валятся. А как его вытащить вообще? Ты куда полетела? Ну-ка, вернись обратно. Все из-за тебя, блин. Ключ наш! На, держи уже по веревке. Фиг ты куда улетишь. Давай возвращайся.
А, еще сейчас шлепнется, наверное. Устоит? Нет, не устояло. Все, улетело в лаву, наверное. Хорошо, что ключ где-то здесь остался. Так, я за ключом. Я за ключом. Это мой ключ, кстати. Нефиг было у меня забирать. Быстрее, реликтов. Ну хотя у меня жизни целый, в принципе, только вот на лаву я все равно наступил. Хотя я и пытался перепрыгнуть. Ребятки, здорово. Не, если аккуратно со всеми... Да хорош, ты чё, а? Если аккуратно со всеми справляться, быстро собирать реликты, то все будет нормально. Ну, жизни полностью я не восстановил, надо еще искать. Вообще как-то вытащить надо, реально вытащить его из меня. Кто поможет? Может быть, док знает. Но нам хотя бы добраться надо. Хоть до дока, хоть... Тихо, тихо, развалились все быстро. На, получи. Док, спасай меня быстрее. Так, надо отобрать ключ. Страшно даже подумать, что будет, если они его используют. Док, ты что, не заметил во мне изменения? Я не пойму, ты что? Хоть бы сказал, сейчас тебя вылечим там. Тихо, тихо, отойди нафиг от них. Этот вообще какой-то... сильный робот. Не надо по мне так попадать. Это больно, очень больно. Получи. Есть. Ох ты, какой у него удар мощный. Мне надо разочек ему втащить. Быстрее, быстрее. Есть, улетел вниз туда. А теперь... А теперь я развалился. Как так, а? Это из-за того, что с меня эти все выпадали реликты. Ладно, с тобой решили. Вот с этими надо быстро как-то решать. На, получи. Вот, сейчас хорошо разобрался. Вообще ни одной жизни почти не потратил. Идем там реликтов еще насобираем. Вот я в тот раз мог, в принципе, быстро дойти сюда. Что-то трясется. Наверное, это Нек бежит. Просто топает огромный Нек, поэтому все трясется. Ребят, вам не поздоровится реально. Реликты, реликты есть, это хорошо. Тихо, тихо, тихо. Как перепрыгнуть так, чтобы не потерять ничего? Чуть-чуть потерял. Быстрее вот этого. И следующего робота. Да хорош, ты что мне столько забрал жизни-то, а? Слушай, надо еще реликтов быстрее. Вот, вот коробочка. Открываем. Хорошо, все. Я опять цел. Ключ мой, я вам говорил уже, ребята. Так, а ты вообще что здесь опять? Будет немного больно. Я тебе сейчас устрою больно. Так, надо с ней быстро уже разобраться, потому что она меня уже достала. Суперудар есть? Ключ оставь, ты чё? А, это этот чувак опять. Ключ я забираю с собой. Не надо забирать. Я оставляю тебе, Катрина. Так, что же делать? Ну-ка, суперудар. Робот Катрины, ребята. Разберемся с этим роботом в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео и подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Всем удачи и всем пока. И увидите, как я разберусь с ней в следующей серии. Пока-пока.